Житель металлургического района побил сотрудника полиции, а потом устроил истерику в райотделе. Мужчина стал биться головой о шкаф и кричать о ненависти к служителям закона. Причем все это сотрудники правоохранительных органов зафиксировали на видео. Эти кадры увидел и наш корреспондент Ксения Бобылева. Применили физическую силу в отношении сотрудника полиции, а именно представителя власти. Я ничего не применял. Это кадры допроса задержанного в кабинете сотрудника полиции. Сюда 25-летнего парня доставили после того, как он ударил служителя закона. Но на допросе он вдруг заявил, что сам стал жертвой. Якобы это его избили. Что-то произошло. Сотрудник администрации меня ударил по лицу. Заставляет меня, и как вы меня заставляете, так и сотрудник администрации заставляет меня написать, я не знаю, что... Как установило следствие, инцидент произошел недалеко от райотдела. Этот парень шел пьяным и увидел участкового в форме. Без предупреждения и разговора стал наносить ему удары. Обвиняется он в том, что в один из дней мая этого года шел по улице рядом с отделом полиции, увидев сотрудника, а именно участкового уполномоченного, также в форме находящегося при исполнении, беспричинно нанес ему удар в левое плечо. На вопросы следователя парень отвечал неохотно. А когда его попросили успокоиться, он словно потерял над собой контроль и закатил концерт. Адвоката давайте сюда! Адвоката давай! Адвоката! Давай! Адвоката дай мне! Адвоката! Чтобы он не нанес себе увечья, его скрутили. В итоге на обезумевшего парня завели уголовное дело сразу по нескольким статьям. Оскорбление служителя закона и нанесение побоев полицейскому.